Здравствуйте, меня зовут Владимир Аверин, я радиоведущий на нескольких радиостанциях, главное место работы Вести ФМ. Знаете, самое, наверное, яркое воспоминание моего детства, но, во всяком случае, повторяющееся, это когда папа или мама, или старшая сестра читали мне вслух. И сейчас, по прошествии почти полувека, я помню просто картинку. Где это было, как это было, на каком диване, какие книжки. Я помню иллюстрации, я помню голоса. Голоса дорогих мне людей, кого-то уже нет на белом свете, а голоса их звучат. И я думаю, что это очень важное воспоминание для каждого ребенка, когда ему читают вслух. И если у вас есть возможность почитать детям, то отчего бы это не сделать. Для этого канала «Почитай мне» я выбрал своего любимого автора, и не только в детстве, но и по сию пору, Ганса Христиана Андерсена, и две его сказки. «Стойкий оловянный солдатик». Было когда-то 25 оловянных солдатиков, родных братьев по матери старой оловянной ложки. Ружье на плече, голова прямо, красный и синий мундир, ну прелесть, что за солдаты. Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух. И он-то как раз и оказался самым замечательным из всех. На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек. Но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои. Перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка, величиной с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, она была танцовщицей, а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик ее и не увидел, и подумал, что красавица тоже одноногая, как и он. Вот бы мне такую жену, подумал он. Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть что коробка, да и то в ней нас набито 25 штук, ей там не место. Но познакомиться все же не мешает. И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе. Отсюда ему было отлично видно не только прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия. Поздним вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в кости, в войну и бал. Оловянные солдатики принялись стучать в стенки коробки, они тоже хотели играть, да не могли поднять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал на доске, поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами. Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик. Она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед. Он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз. Пробило 12. Щелк. Табакерка раскрылась. Там не было табаку, а сидел маленький черный тролль. Табакерка-то была с фокусом. «Оловянный солдатик», — сказал тролль, — «нечего тебе заглядываться». Оловянный солдатик будто и не слыхал. «Ну, постой же,
— сказал тролль. Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно. Вдруг, по милости ли тролля или от сквозняка, окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа, только в ушах засвистела минута, и он уже стоял на мостовой, кверху ногой, голова его в каске и ружье застряли между камнями мостовой. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но сколько ни старались, найти солдатика не могли. Они чуть не наступали на него ногами, но все-таки не замечали его. Закричил он им: «Я тут!» Они, конечно, сейчас бы нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице. Он ведь носил мундир. Начал накрапывать дождик. Сильнее, сильнее, наконец, хлынул ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек. «Гляди», — сказал один, — «вот, оловянный солдатик! Отправим его в плавание!» И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канаву. Сами мальчишки бежали рядом, хлопали в ладоши. Ну и ну! Вот так волны ходили по канавке, течение так и несло. Не мудрено после такого ливня. Лодочку бросала и вертела во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко, ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. Лодку понесло по длинные мостки. Стало темно, точно солдатик опять попал в коробку. «Куда меня несет?» — думал он. «Да, все это штуки гадкого тролля. Ах, если бы со мной в лодке сидела та красавица, по мне будь хоть вдвое темнее!» В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса. «Паспорт есть?» — спросила она. «Давай паспорт!» Но оловянный солдатик молчал и еще крепче сжимал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У, как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам: «Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!» Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет. Как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика вода из канавки устремлялась в большой канал. Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду. Но солдатика несло все дальше, остановиться было нельзя, лодка с солдатиком скользнула вниз. Бедняга держался по-прежнему стойко и даже глазом не моргнул. Лодка завертелась, раз, два, наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде, дальше больше. Вода покрыла его с головой. Тут он подумал о своей красавице. Не видать ему ее больше. В ушах у него звучало: «Вперед стремись, о воин, и смерть спокойно встреть». Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну. Но в эту минуту его проглотила рыба. «Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх, как тесно!» Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко сжимая к себе ружье. Рыба металась туда-сюда, делала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распорола ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и чего-чего не бывает на свете, он оказался в той же самой комнате, увидал тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой
танцовщицей. Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость. Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично. И он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни словом. Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все тролль подстроил. Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем. Ему было ужасно жарко. От огня или от любви он и сам не знал. Краски с него совсем слезли. Он весь полинял. Кто знает от чего. От дороги или от горя. Он смотрел на танцовщицу. Она на него. И он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко. С ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась. Ветер подхватил танцовщицу, и она, как сельфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику. Вспыхнула разом и... конец. Оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выгребала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко. От танцовщицы же осталось одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь. Ганс Христиан Андерсен. Стойкий оловянный солдатик. И еще одну сказку я хотел бы прочитать для детей, которым мало читают. А они заслуживают того, чтобы им читали больше. И в щепке порой скрывается счастье. Теперь я расскажу вам историю о счастье. Все знакомы со счастьем, но иным оно улыбается из года в год, иным только в известные годы. А бывают и такие люди, которых оно дарит улыбкой лишь раз в их жизни, но таких, которым бы оно не улыбнулось хоть раз, нет. Я не стану рассказывать о том, что маленьких детей присылает на землю Господь Бог, что Он кладет их прямо к груди матери, что это может случиться и в богатом замке, и в уютной комнате, и в чистом поле, на холоде и ветре, это знает всякий. Но вот что не знает всякий, а между тем это вернее верного, Господь Бог, не спосылая на землю ребенка, не спосылает вместе с ним и его счастье. Только счастье это не кладется на виду рядом с ребенком, а прячется обыкновенно в каком-нибудь таком местечке, где меньше всего ожидают найти его. Найти же оно всегда, рано или поздно, найдется, и это лучше всего. Оно может скрываться в яблоке, как, например, счастье одного великого ученого по имени Ньютон. Яблоко шлепнулось перед ним на землю, и он нашел в нем свое счастье. Если ты не знаешь этой истории, то попроси рассказать себе его того, кто знает. А я же хочу рассказать тебе другую историю о груше. Жил-был бедняк. Он родился и вырос в нужде, и в приданное за женою взял нужду. По ремеслу он был токарь и точил главным образом ручки да колечки для зонтиков. Но работа эта только-только позволяла ему перебиваться с семьей. «Нет мне счастья», — говаривал он. История эта — настоящая быль. Я бы мог даже назвать и страну, и местность, где жил наш токарь, но не все ли равно. Первым и главным украшением его садика служила красная кислая рябина. Но росло в саду одно грушевое дерево, но только без плодов. И все же счастье токаря скрывалось как раз в этом дереве, в его невидимых грушах. Раз ночью поднялась сильная буря. В газетах писали даже, что ветер подхватил большой дилижанс и швырнул его оземь, как щепку. Не мудрено, что таким ветром обломило и сук у грушевого дерева. Сук принесли в мастерскую, и токарь, шутки ради, выточил из него большую грушу,
потом поменьше, еще меньше и, наконец, несколько совсем крохотных. «Пора бы дереву принести груши», — сказал он, шутя, и раздал груши детям, пусть играют. К числу вещей, необходимых в сырых, дождливых странах, относится, конечно, и зонтик. Но вся семья токаря обходилась одним зонтиком. В сильный ветер зонтик выворачивало наизнанку, иногда даже ломало, но токарь сейчас же приводил его в порядок. Одно было досадно – пуговка, на которую застегивалось колечко шнурка, охватывавшего сложенный зонтик, часто выскакивало и ломалось само колечко. Раз пуговка отскочила, токарь стал искать ее на полу и нашел вместо нее одну из маленьких точеных груш, которые отдал играть детям. «Пуговки теперь не найти», — сказал токарь, — «но можно воспользоваться вот этой штучкой». И он просверлил в грушу дырочку, продернул сквозь нее шнурок, и маленькая груша плотно вошла в полуколечко. Так хорошо застежка еще никогда не держалась. Посылая на следующий год в столицу ручки для зонтиков, токарь послал также вместо застежек и несколько выточенных груш с полуколечками к ним и просил хозяина магазина испробовать новые застежки. Последние попали в Америку. Там скоро смекнули, что маленькие груши лучше, удобнее всяких пуговок, и потребовали от поставщика, чтобы впредь все зонтики высылались такими застежками. Вот когда закипела работа, груш понадобились тысячи. Токарь принялся за дело, точил, точил. Все грушевое дерево пошло на маленькие груши, а груши приносили скиллинги и даллеры. «Так счастье мое скрывалось в грушевом дереве», — сказал токарь. У него теперь была уже большая мастерская. Он держал подмастерьев и учеников, вечно был весел и приговаривал. И в щепке порою скрывается счастье. Скажу то же самое и я. Говорят ведь, возьми в рот белую щепочку и станешь невидимкой. Но для этого нужно взять настоящую щепочку, которая дает нам счастье от Господа Бога. Вот и мне дана такая. И я тоже могу извлечь из нее, как и токарь, звонкое, блестящее, лучшее в свете золото. То золото, что блестит огоньком в детских сказках, звенит смехом из детских уст и из уст их родителей. Они читают мои сказки, а я стою посреди комнаты невидимкой. У меня во рту белая щепочка. И если вижу я, что они довольны моей сказкой, я тоже говорю: да, и в щепке порой скрывается счастье.